Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга, и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В детском саду «Радуга» состоялась учебная эвакуация. Для детей они очень важны, потому что они будут знать, как действовать при пожаре. Сотрудники МЧС напомнили жителям о правилах безопасности отдыха на воде и в лесу. На территории Ленинского городского округа отсутствуют водоемы, на которых можно купаться. Представители местного отделения партии «Единая Россия» передали гуманитарный груз для российских военнослужащих, которые задействованы в специальной военной операции. Собирать его помогали ученики из Лопатинской школы. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. В местном отделении партии «Единая Россия» продолжают активно собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Среди неравнодушных жителей, которые желают помочь нашим бойцам, есть и дети. Ученики Лопатинской школы на протяжении нескольких лет собирают самые необходимые вещи для отправки на передовую. Здесь у нас продукты питания, одежда, медикаменты, письма и рисунки. На сегодняшний день существует большое количество волонтерских проектов, таких как «Мы вместе», «Своих не бросаем», «Доброе дело». Все они направлены на вовлечение молодежи в благотворительную деятельность и формирование патриотического воспитания. Самое важное, что школьники активно принимают в них участие. Они сами предлагают учителям участвовать в различных акциях. Допустим, если они хотят плести сетки, они даже говорят, давайте съездим в Искру, там поможем. Какие-то идеи они сами предлагают. Гуманитарный груз бойцам передадут руководитель Ленинского отделения боевого братства Владимир Песоченко и участник СВО Сергей Сидоренко. Теплые слова благодарности, теплые слова. Не знаю, как правильно сказать, поймете, не поймете, но да, это доброта домашних сердец, доброта наших детишек, которые, вот смотрите, следы, которые своими ручками, вот они показывают, ладошки, да. Это мотивация в нас, в преодолении и в борьбе с неонацистами и с врагом. Так что, а победа однозначно будет за нами. Такая помощь действительно необходима нашим военнослужащим. Что мы можем? Мы можем, как говорится, поблагодарить этих детишек. Спасибо, что они нас не забывают. То, что стараются написать добрые слова, слова благодарности от них, от родителей, от бабушек, дедушек, от их семей. Это действительно много что значит для нас, кто находится в зоне соприкосновения. Также бойцы СВО поблагодарили Совет депутатов Ленинского городского округа за их заботу, внимание и поддержку. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. На портале госуслуг существует сервис «Госпочта», куда приходят письма от госорганов в электронном виде. В случае, если вы не пользуетесь госпочтой, оповещения о штрафах и задолженностях направляют по адресу места жительства или регистрации. Таким образом, получатели часто пропускают или теряют письма. Из-за этого растут долги и появляются новые штрафы. С помощью госпочты все письма поступают в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь получает уведомления и имеет постоянный доступ к письмам. Чтобы настроить госпочту, необходимо перейти в настройку уведомлений, выбрать вкладку «Госпочта» и выбрать ведомство, о письмах которых вы хотите получать уведомления. Согласно легенде учебной тревоги, в детском саду «Радуга» произошло возгорание. Бригада пожарных прибыла на место за считанные минуты. В это время из здания уже эвакуировали детей. В ходе проведения операции никто не пострадал. Как в детском саду прошла отработка всех необходимых мероприятий, расскажет Инга Янчук. Пожарная часть. Жуковская, 6. Произошло возгорание. Пищеблоки. По легенде, в детском саду «Радуга» произошло задымление в пищеблоке. Неисправный чайник спровоцировал пожар. Действовать нужно было незамедлительно. После звонка охранников в пожарную часть бригада прибыла на место менее чем за 3 минуты. В это же время происходила эвакуация детей. Саша и Даня, догоняем. Дошколята шли за воспитателями, соблюдая все правила безопасности, не боясь сигнала сирены. И это неудивительно, ведь тренировочные эвакуации проходят каждые 3 месяца. Для детей они очень важны, потому что они будут знать, как действовать при пожаре, куда им бежать, что делать. У нас в дошкольном учреждении это проводится для них очень часто, и они уже это знают, они к этому готовы, ничего они не боятся.
Всего было эвакуировано 130 человек. Бригада пожарных локализовала возгорание в кратчайшие сроки. По прибытию, значит, работала тактическая задача по тушению пожара в помещении кухни, поиск пострадавших. Все поставленные задачи были выполнены, пострадавших не обнаружено. Все были своевременно эвакуированы, и поставленные задачи были все выполнены. Благодаря таким учебным тревогам удается предотвратить вполне реальные случаи пожара. В Ленинском округе за последние 10 лет из детских садов звонки в пожарную часть не поступали. Побеседовал с детьми, дети потом доносят это до взрослых, до своих родителей, бабушек, дедушек. Это очень полезное действие, которое мы проводим. Оно унесет нашу безопасность. Безопасность детей превыше всего. Ребята ответственно относятся к правилам пожарной безопасности. Скажи, как ты соблюдаешь пожарную безопасность? Ну, не играю со спичками. Когда одна дома, я вообще не подхожу к плите, не зажигаю ее. В конце тренировки ребятам выдали памятки с правилами пожарной безопасности. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Наступило лето, время отдыха на природе. Каждый человек должен знать и соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде и в лесу. Поэтому сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. С 1 июня начался купальный сезон. Но нужно помнить, что водоемы, расположенные на территории муниципалитета, не отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм, поэтому купаться в них запрещено. На территории Ленинского городского округа отсутствуют водоемы, на которых можно купаться, так как они не проходят по санитарно-эпидемиологическим нормам. Купаться нельзя, но отдыхать возле воды в жаркий день даже нужно. В Ленинском округе определены 5 мест массового отдыха у водоемов без права купания. На таких точках есть посты, где дежурят спасатели. 2 места отдыха у воды на территории деревни Дальние Прудище. Это в парке Орловский один Жемчужный берег, одно место. Также в деревне Булатниково определено место отдыха у воды, в деревне Мамоново и в деревне Спасские Выселки. Для купания на территории Московской области официально открыты 200 мест. Ближайшие для купания водоемы можно посмотреть на интерактивной карте. Произведено водолазное обследование дна. Мы знаем, что чистое дно. Мы знаем, что берег, потому что производится анализ не только воды, но еще и почвы. Поэтому выбирать нужно только специальное оборудование для этого места. Там дежурят и находятся спасательные посты со специальным спасательным оборудованием. И в случае необходимости помощь незамедлительно приходит. Помимо купания в прудах, не обходится также без разжигания костров и приготовления шашлыков в лесах, что может привести к неблагоприятным последствиям. На территории Российской Федерации уже неоднократно зафиксированы случаи горения леса в больших объемах, гектарами лес горит. До окончания летнего сезона спасатели будут проводить профилактические беседы с жителями и гостями округа. О соблюдении простых, но очень важных правил безопасности на водных объектах и в лесопарковых зонах. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. В субботу, 8 июня в 12:00 в Центральном парке города Видное состоится игровая программа для детей, посвященная Дню Отца – самый лучший папа. Вход свободный. В воскресенье, 9 июня в 16:00 во Дворце культуры Видное программа для людей золотого возраста «Здравствуй, лето». Приходите на встречу со своими друзьями. В центре досуга деревни Мамоново театрализованный концерт «Это наш Пушкин», посвященный 225-летию великого поэта. Мероприятие состоится 9 июня в 18:00. А на следующей неделе, в среду, 12 июня, на площади у кинотеатра «Искра» пройдет праздничный концерт, посвященный Дню России. Начало в 18:00. Проведите свои выходные интересно и с пользой. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.